социологических исследованиях, фокус-групповых исследованиях часто мы слышим такой ответ людей из неподконтрольных районов, что они не чувствуют себя нормальными, не чувствуют. То есть они и не в Россию не вступили, да, как, может быть, кто-то рассчитывал, и в то же время и с Украиной связь не до конца поддерживается, механическая просто даже, элементарная, да, связь через КПП, проезд через Россию. Наконец-то, кстати, отменили штрафные санкции, и вы подписали этот закон. За это особая благодарность от людей, которые пытаются еще как-то выехать. Но, тем не менее, большинство людей не чувствуют себя нормально. Вот давайте, может быть, напоследок какую-то концепцию нормальности людям покажем. Смотрите, определить, кто нормальный, кто ненормальный, сложно. Мне кажется, самое важное, как ты поступаешь. Есть такое выражение, знаешь, вот человек находится в шпагате. Это он не знает, что делать. Он долго выбирает, не может выбрать. И он не знает, кто он. Самое главное в этой истории точно для себя понять. Не потому что, а это важно. Это важно. Ты русский, ты в России, тут я не про национальность. Ты вот внутри, ты выбрал себе вот этот путь. Или ты украинец, это твоя земля. Это очень важно понять. Для чего? Я считаю, что та часть людей, которые живут сегодня на территории оккупированного Донбасса и Крыма, должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз, родина или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированного, и ты считаешь, что наше дело правое, нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Не важно, сколько это оккупировано. Понимаете? Это как стена в Германии, которая была. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуется моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди. Это невозможно. Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков, ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, и всегда это было, я чувствовал, что это Россия. И так, если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх. Будет все строиться однозначно. Донбасс в том виде, в оккупированном, в отрезанном, никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что ты украинец, и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, поважаешь украинскую мову, даже если тебя не учили в школе, ну, сам почитывай книжки, и все нормально, все придет. Говори, как хочешь. Если ты чувствуешь, что ты украинец, будь там. Будь, держись. Это все равно будет это. Эта земля будет деоккупирована в любом случае. Это история. Поэтому здесь нету нормальный и ненормальный. Здесь есть ты кто. Сам для себя ответь.